Видео предоставлено сайтом онлайн-гдз.нет. И снова здравствуйте. Сейчас мы выполним задание Lesson 68, урок 68, Exercise 1, упражнение 1. В нашем театре вкусно кормят. Скажи, что ты хотел бы попробовать? Образец. I would like some. Я хотел бы. Напомню, что some употребляется вместе с неисчисляемыми существительными, то есть теми, которые мы не можем посчитать. Со всеми остальными употребляем артикль a. Например, a carrot, an apple и так далее. I would like some juice, an apple and a chocolate. Я бы хотел сок, яблоко и шоколадку. Мы употребили some со словом juice. Это обозначает какое-то количество сока. An apple является исчисляемым существительным, так же как и chocolate, шоколадка. На этом задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.